Ну что, всем привет. Снова я. В общем, неделя у меня пошла не так, как планировалось. Но тем не менее, еще одна серия от меня. И завтра, то бишь, когда вы будете смотреть уже сегодня, будет стрим по этой же игре. Space Engineers. Значит, игра у меня существует давно. А вот, многие ее, наверное, уже видели. Хотя, не знаю, видели или нет, дело не в этом. О, красавцы какие. Значит, суть в чем? Суть в том, что я одинокий, вот такой вот одинокий инженер космический. Вот, выживаю на вот этой станции. Значит, игра еще в альфа. Точнее, не в альфа, в раннем доступе. Вот, но уже близка к завершению, потому что ребята уже последние релизы просто фиксят баги, фиксят. Вот, значит, наша задача будет повыживать здесь, построить корабли. Изначально она нацелена была на просто, грубо говоря, там физику, столкновение, не было ничего, ни оружия. Сейчас появилось, как вы видите, огромное количество деталей. И это не просто детали, некоторые вот с очень серьезной логикой. Вот, это прожектор какой-то. Сейчас найду, где-то тут были advanced блоки какие-то. А где они? Короче, были блоки, которые программируются, то есть там куча всяких фич наворочено, вон пушки, interior turret. В общем, будем смотреть. Значит, изначально у меня легкая база есть, значит, генератор на уране. Вот, урановые стержни, значит, он генерирует электричество. Вот, вот это у меня медицинский отсек вместе с генератором кислорода. В нем вот есть три баллона заполненных, есть лед, из которого он перерабатывает кислород. Вот, значит, медицинский терминал, в котором при нажатии буквы Т я пополняю энергию и кислород. Вся в скафандре. Вот слева вы внизу видите все показатели. То есть standing, вот я, crouching stand, да. Шлем одет, выключен, здоровье, jetpack. Jetpack включается X-ом. Вот я могу взлететь. Вот и полетать. Вот, то есть стандартный RCS-блок джетпака. Вот, это раз. Dampers on, off выключаются по клавише Z. Расскажу, зачем нужны. L, light, включить-выключить. Сейчас на солнечной стороне не очень видно. Вот, по-моему, вот видно, да. Вот, видите, включается-выключается. Мигает. Значит, моя масса, моя скорость, энергия, как я уже сказал. Объем общий. Радио действует на 200 метров. Бродкастинг стоит on. Не знаю, это для мультиплеера, скорее всего. Вот, что еще интересного? Значит, есть рефайнери у меня, да, это то, что переделывает ресурсы, переплавляет. Потом есть ассемблер, то, что собирает из готовых компонентов, из ресурсов переработанных, уже собирает конкретные изделия. Карту я сгенерил с ограничением 100 на 100 километров, ну, куб точнее, 100 на 100, с 16 большими астероидами и 80 мелкими. Вот, в астероидах у нас наши ресурсы. А вот, до этого я пытался, смотрел Infinity, там есть процедурно генерируемый, но что-то мне не понравилось. Значит, теперь, внизу у меня панель инструментов, по нажатию клавиши J на английском, да, P на русском, появляется вот это меню, где я могу выкладывать нужные блоки, с которыми буду работать, вот сюда, под горячие клавиши. Сразу Weapons Charter Tool, да, инструменты персонажа. Я выложил дрель, это отбойный молоток, сварочный аппарат и болгарку, гриндер. То есть я ее разбирать буду, сварочным собирать. И вот, вот такой вот у меня отбойный молоток. Я тут немножко поколол, посмотрел. Значит, цветом вот так вот отличается над астероидом руды. Разные цвета, разные руды. Видите, немножко подтормаживает все равно. Непонятно почему, до сих пор не разобрался.
После некоторых обнов вот такие фризы появляются. Значит, видите, вон там надпись «Ураниум 42 метра», то есть я в своем скафандре на определенной дистанции вижу руды, которые вокруг меня. Вот, а здесь, видите, написано «Iron 8 метров», это обычное железо, железная руда. Вот, вот мы ее немножко порубим, потому что это основа наших ресурсов. Вот, смотрите аккуратно, когда рубите. Если вы будете рубить по кускам руды, которые вы уже отколупали, она будет разбиваться и исчезать. А вот я ее наколол. Кстати, видите, разные есть камни у меня. Вот, руды буквой Т я подбираю это все дело. Я поставил себе огромный инвентарь. Ну, я для того, чтобы заниматься делом. Так, стоять, вот, собрал. Я поставил большой инвентарь, усиленную, точнее не усиленную, увеличенную скорость сборки, разборки, переплавления, то есть, ну, такого плана вещи. Так, эти тоже камушки сейчас соберем. Они нам потом понадобятся. Это вот случайно не лед и инвентарь. Нет, это камни обычные. Вот, и порубим дальше, значит, немножко. Нам надо, для того, чтобы хоть что-то начать строить, нам надо быть руду. Вот. Пускай она не самодостаточна, эта руда. С правой стороны, кстати, обратите внимание, у меня статус локации. Значит, у меня есть гравитация, видите, я в зависимости от того, когда смотрю, он показывает, куда гравитация у меня смотрит. Куда направлено. Чем это хорошо работать, допустим, в шахтах, где есть гравитация? Тем, что ваши камешки себе спокойно падают там в сторону гравитации, да, находят себе какую-то поверхность, он же пол, и вот так спокойно лежат. И вы их просто ходите и подбираете. Потому что если вы будете работать... Ага, полный инвентарь. Побежали сливать. Если вы будете работать в зоне негравитации, от удара камни разлетаются по всему космосу, и ловить их практически нереально. Так, вот выделяю рефайнери, открываю К и перетягиваю сюда в рефайнери. Вот, и тут же начало переплавляться, видите, в железо. Ну и стоунс пусть переплавится тоже. Они переплавляются в каком-то там, типа цемента, что-то непонятное. Так, а мы пока соберем то, что мы тут нарубили. Я присяду, так проще собирать. Вот. Нарубили мы тут с вами нормально руды. Так. Вот опять фризы, видите, идут. Я теряться начинаю. Так. А с левой стороны, видите, я объем 3717, то, что я говорил, это объем инвентаря моего. У меня сейчас объем 4000 литров. Ну, понятно, что я увеличил просто больше. Ой, ты я себя тут закопал почти. Все, инвентарь полон, и опять поднимаемся, идем загружать всю руду. То есть первичные вот такие вот моменты, туда-сюда, туда-сюда бегаем. С шифтом ускоряюсь. Вот. Вот посмотрим, что он. Видите, он переработал 5000 железа и в гравий 500. Да ёлки. Вот, смотрите, ассемблер, значит, открываю его. Перехожу. Вот здесь много всяких панелей. Я еще тоже не все знаю, но много там полезных вещей. Идем в продакшн. И вот смотрим компоненты. Стоять. Забыл переложить. Из Refinery переложить вот в ассемблер компоненты. Готовые я перекладываю, тогда в продакшене, видите, у меня загорается нормальным цветом, не красным, те компоненты, которые я могу произвести. Он сразу мне подписывает вот здесь, какой компонент, сколько надо, сколько доступно. Внешние панели с Ctrl десятка будет, с шифтом сотня. Вот,
Вот так мы сейчас по десятке всего произведем. Этих штук 50. 60 получилось. Вот, это вот мои вещи. То есть, если я их возьму к себе в инвентарь, вот я уже смогу с ними что-то строить. Значит, строить нам надо что-то, чтобы летать к астероидам. Вот, сверлить их, привозить руду назад, переплавлять, расширять базу. То есть вариантов здесь уйма, начинается все создание маленького корабля. Вот здесь у вас три кнопки, вы можете создать новую станцию, новый большой корабль, новый маленький корабль. Естественно, требует разного количества ресурсов и разные с ними возможно проводить действия. Вот давайте маленький шип начнем делать, вот сюда его куда-нибудь унесем. Начинается он с ноги, вы сначала ставите себе ногу. Вот, развороты у вас, видите, вот здесь вот написано End Home Page Down Delete. Вот, чтобы развернуть. То есть, вот вы себе там ставите и говорите, что окей. Вот с этой точки вы начнете строить весь корабль. Вот наберу сюда блоков. У вас здесь есть геометрические блоки, есть бронированные блоки, есть обычные. Я начну с обычных. Что мне надо? Мне надо еще кокпит. Вот такой возьмем, такой не будем сейчас брать. Хотя это файтер, а это обычный кокпит. С большим широким обзором. Видите, этот бойцовый такой, это больше грузовой. Есть обычные контрольные панели, но это для больших кораблей. Вот, отдельно разделены здесь small blocks. Видите, маленькие блоксы для маленьких корабликов. Есть большие, можно делать там что-то ездящее. Оружие, конвейеры, все это можно программировать, составлять линии, сцепки и все остальное. Вот видите, устанавливаю таким вот образом. Скобками я могу поменять себе цвета, если мне этого хочется. А мне этого хочется. Я сейчас найду какой-нибудь классный. Ну вот зеленый. Ну, только я, наверное, буду не так его строить, а я сначала создам два блока. Вот, если я не могу достать, я взлетаю себе и ставлю. Вот. И кокпит восьмерочка. Вот так вот. Значит, видите, как получается? Получаются каркасы. То есть он дает нам базовую наметку модель. Вот. Потом я, например, нижнюю часть могу убрать, у меня будет пустая, потом к ней еще что-то приделать. Вот, подходя к ней, видите, справа я вижу, что необходимо. Если я возьму сейчас сварочный аппарат и начну варить, он мне покажет, что у него есть, чего не хватает. Не хватает, видите, мотора, дисплеев 5 штук, 15 компьютеров. Зато есть интерьер плейты, construction компоненты, интерьер плейты есть. Вот. Все, видите, не хватает моторов. Синяя и красная полосочки говорят о минимальном необходимом количестве компонент, при котором считается блок рабочим. Вот. Для этого нужен чисто, видите, по одной стальной пластине. То таких вот блоков я могу сейчас настроить. Ой, куда ты? А почему ты? Давайте, вот сварочным этим самым болгаркой я его сейчас распилю. А что это он улетел? Непонятно. Ну да ладно. Вот, болгаркой я их могу уничтожить полностью. Почему-то он... Но наша задача сейчас до того, как мы начнем много чего строить, нам надо обеспечить себя ресурсами. Соответственно, пойдем еще немножечко посверлим. А потом нам надо будет слетать к другим астероидам, потому что на этом астероиде у нас обычно ресурсов немного. Я уже так немножко разведку провел. На базовом астероиде, на котором я появился, всех ресурсов это только уран для энергетической независимости. Скажем так, за это огромное спасибо разработчикам, что они сделали. Я смотрел, оно генерит всегда уран, лед для обеспечения кислородом нас и железо для первичной базовой, скажем так, постройки. Все остальные ресурсы, а это серебро, золото, платина, магний, никель, силикон, магний, по-моему,
Если я не ошибаюсь. Да, вот эти вот компоненты. А, кобальт еще. Вот, вот эти вот компоненты надо добывать будет. Самостоятельно. Так, ну все, забираем все, что я тут нагреб. Идем, отдаем на переработку. Вот. Все как в космосе, тут физически... вот и все. Где выход? Вон. Физически правильный движок более-менее, то есть он рассчитывает столкновение, то есть вы можете толкнуть что-то, и оно полетит там с этим ускорением куда-то в никуда туда. Вот, так, скидываем последнюю порцию заработанного, скажем так, это передвигаем сюда. Видите, железо плавится быстро, но оно, во-первых, 10 раз быстрее плавится. Надо пойти перед дальней дорогой зарядиться, как кислородом, так и энергией. Видите, 73, 99, 81. И сейчас поедем на разведку. На разведку поедем, давайте вот к этим, наверное, они тут самые большие. Хотя нет, они мне по цвету не нравятся. Что у нас еще есть? Есть вот те дальние, там вон что-то желтенькое виднеется, может золото. А вот эти более разнообразные по цветам, вот к ним я, наверное, слетаю далеко. Фризы идут, блин. Те далече. Я включаю X и погнал. Вон, да, там тоже далеко. Как только я отпустил все клавиши, видите, я остановился на месте. Вот, кстати, пятно урана у меня под базой. Как атомная бомба. Значит, смотрите, я остановился, я буду висеть в космосе до бесконечного долга. Лететь под постоянным ускорением и нажатием клавиш тоже не есть правильно. Поэтому мы отключаем дампер, это гасители инерции. И даем импульс вперед. И смотрите, спид моя растет слева, он 35-40 метров в секунду. Там до 100, ой, ну не близенько, как смотрите, хорошо. Теперь я, чтобы погасить свою скорость, включаю X, меня притормаживает. Все, и здесь я уже дальше сам подлетаю и ищу ресурсы. Здесь iron и ice, ice. Лед мне не нужен. Что здесь? Ну, 1,5 километра, это очень хорошо, потому что у меня были астероиды расположены километров на 15 друг от друга и от базы. База теряется, вот видите, зелененьким маяк. Он через 10 километров, его просто не видно. Так, здесь все, айрон. Так, вот это что? Это лед, наверное. Да, айс. Айс не айс, конечно. Вот такие вот. О, вон там что-то интереснее должно быть. Вот это, по-моему, магний. С железом вместе, да? Ну, айрон, магнезиум. Ой, силикон. Вот, отлично. Силикон — это самая крутая штука, видите? Серенький такой. Вот теперь смотрите, о чем я говорил. Бам, и он полетел в космос. Его надо ловить. Вот, пока не получится сделать так, чтобы была какая-нибудь каверна. И они улетали вовнутрь. Вот. Но все равно, видите, выскакивает. Здесь еще силикон такой, чисто на поверхности расположен. Что не есть хорошо. Врезаться в скалу глубоко не получается. Вон, видите, они улетели с какой скоростью. Вот, блин. Это я не люблю. Да где он, ну? Ау. Ну и куда он ускакал? Даже и не найду его. Ладно. Сколько у меня хоть силикона получилось? 1018. Так, ну и о, никель там еще сзади. Магнезиум и никель. Богатые такие астероиды получились. Давайте врежем все вот так сейчас. В глубину. Чтобы они не сильно улетали. Вот это мы все сейчас пособираем. Вот видите, они висят в проходе. Пытаются вроде улететь, но не такие шустрые, как были силиконовые слитки. Никель, магне... Это мы магнезию собирали. Да?
Магнезию, да, никель у нас вот там в 14 метрах впереди. То есть есть иногда залежи, которые вы не можете найти, вы их сенсором не чувствуете, пока вы не прокопаете куда-то дальше. Ну, то есть вы не подберетесь на глубину. Вот и до никеля мы добрались, по-моему. Или нет? Или это еще камень обычный? Сейчас посмотрим. Inventory full. О, так, все, пора домой. Видите? Возвращаемся домой, отключаем инерцию, хотя 1200 метров, это очень хорошо. Мы сможем с вами быстро туда-сюда бегать и восполнявать ресурсы. Вот. Значит, вот таким вот незамысловатым образом собираем первичные ресурсы, дальше будем строить. Вот, притормозил. Включил дампфер и дальше еду. Я могу сверху накидать сюда. Видите, тут несколько входов есть для того, чтобы создать. Вот вам магний, вот вам силикон. Вот эти вещи, они соединены, считаются вот такими проходами. Если вы вот два блока соедините такими сторонами, они будут считаться соединенными. Мы между собой их можем куда. Сейчас мы сбросим все вот это вот лишнее, но нам не нужно, это лишний вес. Вот. И пойдем. Вот туда. Возвращаемся. Возвращаемся. Оп. Так, а мы вот тут были, на этом, по-моему, астероиде. Или нет? Да, мы где-то сзади были. Да, вот как-то так. Где дырка? Вот она, наша дырка была. Влетаем в нашу дырку. И рубимся к никелю дальше. Так, вот он никель, рыжий. Вот, вот это никель, то камни, значит. Давайте мы их разобьем. Сейчас мы набьем, потом собирать будем. Нас, естественно, отбрасывает от ударов. Потому что инерция работает. Никуда она не девалась. Так, ну вот, смотрите. Порубил немножко руды. Теперь будем собирать ее. Так вот, летаем. Собираем руду. Видите, какая на выход уже собралась от силы удара. Так, камешки это все. Камешки. Так, сейчас мы уже с вами собрали основные ресурсы, нам еще надо будет золотишко. Где она тут? Иногда, конечно, потеря ориентации такая конкретная. Сложно иногда бывает. Так, сколько мы набрали? 3700. Ну, по сути, вот, 4000. Все, 3900, считайте, 4000. Можем идти обратно на базу. Сейчас сольем это все на базе и полетим к какому-нибудь другому астероиду. Попробовать все-таки взять силикона немножко. Золото вот, вот так вот развернуться надо. Разворот по Q и E. Вот. Так. Вот, проскочили мы опять наверх. Ну, нормально. Так, 54 на 68 у меня запас жизнеобеспечения. Вот. Никель, камень, видите, вон. Магний. Переработка идет. Давайте в силикон переработаем. Нам кобальт еще нужен. Очень-очень сильно нужен нам кобальт. Кобальт для трастеров. Для ускорителей. Без него делов не будет. Кобальт тоже черненький такой. По-моему. А, нет, вру.
кобальт. Был черненьким, сейчас его сделали другим. Сейчас найдем. Сейчас найдем кобальт. В любом случае, видите, здесь астероиды такие цветные, и тут ресурсов на них много. Вот мы на этом были, а вот кобальт может быть на этом. Сейчас посмотрим. Похоже, тут пока только... О, золото вижу. Айрон... О, голд появился. И уран. Улетели куски? Да. Улетели. Видите, врезаться приходится. Можно сделать хитрее. Можно врезаться, например, со стороны. Это я сейчас только додумался. В таких случаях можно врезаться со стороны камня. Нам его не жалко. Если он даже разлетится. Вот. А голд рубить... Голд рубить теперь внутри, здесь, в каверне. Не боясь, что он куда-то улетит. А нет, зараза, близко к поверхности. Может и улететь сейчас. Ну, не сильно. В всяком случае... В всяком случае... Так. Стоять, куда пошел? Мое. Это что у нас? Это айрон. Так, ну вот еще кусочек сейчас рубанем. Тихо. Вот можем толкнуть его туда, попробовать. Стоять. Все, зацепили. Так, айрон. Тут кобальта нету. Где наша база? Наша база вот там. Это был... Какой астероид? Вот. Вот так наша база развернута, значит. Это был вот этот астероид. Где-то тут еще один был рядом сейчас. Блин. Я уже запутался. Вот, вот этот. Что здесь? Здесь железо, никель, железо, магнезий. Ага, это тот, что мы рубили. Где-то тут еще один был. Вот этот чисто камень, наверное. Айрон, нет, железо. И лед. Лед нам сейчас не нужен. Где моя база? Где зеленая улыбочка? Опа. А где моя база? Смотрите, исчезла у базы. Надо вернуться. У базы исчезло электричество. Это крайне плохо. Потому что я сейчас не смогу переработать. Ничего. Да, видите? Исчезло электричество. И вместо того, чтобы нарубить урана, я полез за всем остальным. И у нас закончился уран. И переработать его сейчас будет нечем. Наверное, ситуация патовая. Я подумаю, как с этим бороться. Вот. А на сегодня, наверное, все. Завтра продолжим в виде стрима, в формате стрима. Где-то, ну, завтра, опять же, для вас тоже сегодня, это в четверг. В четверг планирую сделать стрим где-то днем по Киеву. Стрим, скорее всего, будет на Твиче, но вы его сможете увидеть, просматривая любое видео на Ютубе. Вы сможете увидеть ссылку на Твич. Поэтому, в принципе, все на этом. Всем пока. Пойду за ураном. Как-то надо решать эту проблему. Вот он. Надо было сразу его нарубить и обеспечить себя. Видите, век живи, век учись. Раньше он заканчивался как-то
ну, дольше, на дольше его хватало. Вон он улетел, кусок стоять. Где он? Вот он, видите, как крутится. Все, ладно, всем пока.